Друзья, мы вместе с вами находимся у официального дилера Renault, где посмотрим цены на новые автомобили. А начнем, пожалуй, с Renault Duster. Здесь у нас под капотом турбированный мотор бензиновый объемом 1,3 литра мощностью 150 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой механикой. Тип привода полный. Продается за 2 миллиона 610 тысяч рублей. Ну, разумеется, с доп. Оборудованием. Это вот этот багажничек, бокс сверху. Тонировочка сзади полусферы и антикоррозийная обработочка. Следующий — Аркана. Аркана у нас на переднем приводе с двигателем 1.6, который работает в паре с вариатором. Продается за 2 миллиона 570 тысяч рублей. Еще один Duster на полном приводе с дизельным мотором 1.5 литра мощностью 109 лошадиных сил. Продают за 2 миллиона 452 тысячи рублей. Каптюр на переднем приводе. Мотор у нас здесь 1.6, 114 лошадиных сил в паре с вариатором. Отдают за 2 миллиона 420 тысяч рублей. Более бюджетный сегмент — Sandero Stepway. Здесь у нас двигатель 1.6, 113 лошадиных сил, коробка пятиступенчатая механическая. Продается машина за 1 миллион 632 тысячи рублей. Sandero Stepway с мотором 82 лошадиных силы. Это вот этот у нас экземпляр. Отдают за 1 миллион 599 тысяч рублей. И самая бюджетная моделька — Renault Logan. Здесь у нас установлен бензиновый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 82 лошадиных силы. Коробка пятиступенчатая механика. Продается машина за 1 миллион 495 тысяч рублей. Как видим, в автосалоне гуляет ветер. Желающих приобрести новую машину, можно сказать, нет. Связана данная ситуация с подорожанием автомобилей. А что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!